Дорогие друзья, приветствую вас. Находимся мы на магистрали, которая ведет КПП Верхний Ларс. Но пока что мы у Женевальского водохранилища недалеко. Проехали населенный пункт Душеты, но вот везде по всему периметру, по всей длине дороги вот такие вот цепи больших грузов, которые ждут зеленого света, как известно, на КПП Верхний Ларс. Последние дни непогода, там движение транспорта запрещено, как для легкового, так и для больших грузов. Ну, конечно же, все оказались в таком снежном плену непогоды, даже те туристы, которые отправились в Гудаури и мечтали о том, что выпадет снег, и даже не знали, когда начнется зимний сезон, потому что было очень тепло, но вот вдруг такое, и выпал снег. Здесь снега нет, естественно, здесь пока просто стало холодно. Мы выезжали из Тбилиси, была температура плюс 10 градусов, вот Хвича сейчас уже закладывает аппаратуру в машину, а вот здесь уже около нуля, и ночью опустится ниже нуля. Общались с водителями, которые говорят, что, естественно, сложно, да, были у них запасы продуктов питания, продовольствия, но они действительно не ожидали такого. Везут товары из Армении, из Грузии, ну, в общем, как обычно, эта дорога всегда заполнена. Ну, грузинские наши дорожники обещают, что в ближайшие часы постараются расчистить магистраль, ну, если, конечно же, не обострится ситуация, если погода не станет еще хуже. Так что вот я знаю, что многих интересует, что происходит на КПП Верхний Ларс. Смотрите сюжеты по нашему каналу, телеканал Мир-24 показывает очень детально эту тему, раскрывает, и наш коллега Чермен Улубиев из Владикавказа тоже работает и рассказывает, что происходит по ту сторону границы.